Всем привет! Конец ноября, у нас прошли дожди, появились грибы, и вот я сегодня гуляю по сосновому бору, ищу грибочки. Температура плюс 15, все замечательно. А вот и первые цесаревичи, мухомор Цезаря. Парочка спряталась. Тут еще яйцо просматривается. Вот рядом еще один. Вот такие грибочки замечательные. Идем с собачкой, ищем грибы. Здесь у нас водится Цезаря, царский гриб. В таком лесу я собираю грибы, терраса, хвоя, продувается, сыро, тепло. Вот очередная. Хочу показать, чем отличается царский гриб мухомор Цезаря от обычного ядовитого мухомора. Видите? На шляпке белые точки. Это обычный мухомор. Мухомор Цезаря. Шляпка без всяких точек. И весь он снизу желтый. Я обработал мухоморы Цезаря. От мусора чистил, порезал и теперь на сливочном масле жарю, постоянно помешивая. В Грузии, которую я очень люблю, эти мухоморы считаются деликатесом. Конечно, звучит не очень прилично слово мухомор, но на самом деле это царский гриб. Буду пробовать, что это за такое на вкус. Всем удачи и мне тоже.